Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня я выпекаю вот такой бисквит размером с противень. Бисквит без разрыхлителя. То есть бисквит, который нужен, в принципе, очень часто для формирования 3D-тортов, для больших очень тортов, которые потом минимум килограмм 6 будут выходить весом. То есть торты-книги, торты-букеты, всевозможные большие юбилейные торты. Итак, что же нам для этого понадобится? Без разрыхлителя, простейший рецепт. Я не разделяю здесь ни белки, ни желтки. То есть я беру 12 больших крупных яиц категория C0, либо же категория L в Германии. То есть это крупные яйца. Также я беру муку просеянную 360 грамм, 420 грамм сахара, ванильного сахара 2 пакетика и 30 грамм кукурузного крахмала. Я включаю сначала, на небольших оборотах миксера, просто смешиваю яйца. То есть я не разделяю здесь желтки, белки, то есть все вместе сразу у меня будет взбиваться. И тут же я на таких небольших оборотах миксера ввожу туда кукурузный крахмал. То есть можно взять и картофельный, но кукурузный, конечно, лучше, потому что он предназначен именно для выпечки. То есть крахмала в тесте, во вкусе бисквита, в конечном итоге, когда он выпечется, чувствоваться абсолютно не будет. Потом я ввожу уже весь сахар, 420 грамм. Точное описание всех ингредиентов в граммах будет указано под видео, в описании под видео. То есть сахар весь ввели, и все. Теперь мы включаем наш миксер уже на крупные обороты. И таким образом мы будем взбивать. Муку мы пока отставляем в сторону, я ее уже просеяла, 360 грамм муки. Мы будем взбивать минут 15 точно. Дежа миксера у меня здесь на 7 литров. То есть сегодня мы рассматриваем именно большой бисквит. То есть сегодня рассматриваем именно огромный бисквит, который нужен для больших тортов, потому что меня очень много спрашивают сейчас девочки, как же делать эти книги, которые есть на моем канале, букеты и так далее. Все это я потом сборку таких тортов, книга уже есть на канале, сборка. Я буду все это рассказывать, и букет также буду, сборку выставлю, покажу, как это все делается. То есть вот такая у меня разъемная прямоугольная форма. Я ее купила уже много лет назад в интернете. В России она также, и в странах СНГ она продается и в кондитерских магазинах, и в интернет-магазинах. Она стоит не так дорого. То есть она очень и очень удобная. Она раскладывается, делается и квадратом, и также она делается где-то прямоугольником. И самый большой размер, на который она расставляется, это 40 на 45 сантиметров. У меня же сегодня 30 на 40 сантиметров. То есть, когда мне нужно поменьше ее надставить, эту форму, то я просто беру канцелярскую такую прищепку металлическую, и она держит очень хорошо тоже. Но сегодня мы выпекаем на полноценный противень. Итак, форма у меня готова, то есть я не застилаю ни фольгой, ничем ее не подкрепляю с боков. То есть вот как она есть, я ее также ставлю в мой противень. И жду, пока у меня взобьется теперь бисквит. То есть бисквит, это я здесь сильно ускорила, конечно, бисквит у вас на глазах будет, естественно, подниматься эта масса. То есть берите сразу дежу миксера, то есть я... Еще раз повторюсь, дежа миксера 7 литров объемом, и здесь 12 крупных яиц. То есть, если у вас меньше в два раза дежа миксера, допустим, на 4 литра, вам нужно будет выпекать этот бисквит на 6 яиц, тоже размером с противень, и это будет у вас просто один корж бисквита. Я же буду разрезать на выходе вот мой корж, который спечется, я его буду разрезать на 2 коржа. Если вы будете на 6 яиц делать, испечется только один корж, и никак вы его разрезать не сможете. Масса у нас уже значительно посветлела. И посмотрите, теперь она готова. Вот такой вот след от венчика, который никуда не исчезает. Вот по нему мы узнаем, что бисквит очень плотно взбит. То есть вот когда вы достигли такого результата, значит, наша масса яичная готова.
Теперь на единичке скорости, мне единичка, я ввожу всю муку. Вот такими вот просто столовыми ложками я туда ее всыпаю. То есть размешать на такой объем тесто лопаткой уже просто нереально, оно не промешается. Поэтому я никогда этого не делаю, даже не пытаюсь этого делать. Я сразу это все на очень маленьких оборотах миксера. Это сейчас у меня без ускорений, без замедлений, вот как оно и есть в натуральном виде я показываю. То есть я ввожу всю муку. Мука у меня здесь просеянная, как я сказала, пшеничная мука. То есть здесь не останется у нас ни комочков в этом тесте, ни каких-то ни промесов и так далее. То есть я советую делать именно так, чтобы была качественная потом масса. Все, мука вся у нас введена. Теперь мы останавливаем миксер и уже заливаем наше тесто в форму. То есть идеальное тесто получилось. Смотрите, оно держит форму. Я вот специально показываю, как вот с венчика оно стекает. Видите, что стекло, этот рельеф, он также остался. То есть тесто не должно быть жидким. Я еще раз все это промешиваю лопаткой, просто чтобы размешалось это все. Сейчас я покажу вам. Видите, это не комки, это просто пузырьки воздуха. Со дна все смешиваю, то есть ничего там нет, просто пузырьки воздуха попадаются, и объем теста, конечно, большой. Но раз задан был мне вопрос, я и показываю, как это делается, потому что действительно делаем такие объемные торты, и они должны и, соответственно, из объемных бисквитов быть сделаны. То есть здесь обязательно, вот когда мы вылили тесто в форму, обязательно обратите внимание на углы. Видите, оно как бы такую покатую форму имеет. Углы у нее как бы к низу, так вот, сверху как бы шапочка, а углы, они неравномерно распределены. Теперь мы распределяем лопаткой все тесто по углам, потому что бисквитное тесто, оно плотное, оно потом не разольется по углам. Оно так и выпечется этой шапкой. Вот такой вот у нас корж получился. Выпекала я 35 минут при температуре 175 градусов Цельсия. Вверх-вниз, без конвекции. Теперь моя задача остудить его до полного остывания всех вот этих вот железных принадлежностей. Я его остужаю на решетке. И потом буду вырезать его из этой формы. Мой корж. И потом я буду его убирать в холодильник. То есть корж весь ровный получается, без разрывов, без трещин. Если правильно у вас взбито тесто, яичная масса, я вам показала, до какой степени ее нужно взбивать. То есть у вас все будет хорошо. То есть вот так вот отстоялся у меня весь корж. И теперь мы начинаем вырезать просто обычным ножом его, снимаем, удаляем всю пекарскую бумагу с него. Видите, дно какое у него идеальное, потому что 35 минут всего печется. Может быть, у вас даже за 30 минут он выпечется. Я как бы всегда наверняка за 35 делаю. То есть он идеально отстает от бумаги для выпечки, этот корж. Он не имеет в себе ни масла, ни подсолнечного масла, ни молока, ни разрыхлителя. То есть это самый бюджетный бисквит, наверное, который вообще существует в кондитерском деле. Мы его вырезаем из этой формы очень аккуратно. Здесь я просто ускорила, чтобы не было никаких разрывов здесь на стеночках, потому что они все нам пригодятся потом в наших тортах. Удаляем вот так вот всю эту форму. И в таком виде он должен у нас отлежаться хотя бы ночь, потому что это бисквит без разрыхлителя, он требует отдыха. Потому что он даже когда вы его вынете, он будет вот так вот похрустывать. Сейчас я его, конечно же, заворачиваю в пищевую пленку и убираю в холодильник. Хотя бы 8 часов, чтобы он отлежался. А лучше на ночь. Теперь я показываю уже следующий противень, я испекла, потому что сегодня я буду вам показывать 3 противня. То есть это уже другой бисквит. С ним я буду проделывать то же самое, потому что мне на мой торт мне нужно будет 4 вот таких вот коржа. То есть вот смотрите, где проверяем, конечно же, готовность деревянной шпажкой. Где-то 4,5 сантиметра он получается, поднимается
вот на подъеме, больше от него ждать не нужно. То есть больше я никогда никого не буду обманывать, что он поднимется до 10 сантиметров, ни в коем случае. То есть здесь мы взбиваем, вот допустим, когда у меня книга «Большой торт», да, там я взбиваю два раза вот на такие вот два противня, и у меня уходит 24 яйца. То есть вот в принципе здесь единственный как бы расход идет на яйца. Сейчас также удаляю я эту форму, это уже у меня второй противень выпекся, я уже сказала. Вот так вот это сбоку выглядит. И сейчас то же самое, я также его, видите, вот я показываю 4,5 сантиметра. То есть я никогда не буду говорить, что это что-то сверхъестественное здесь будет, нет. Но бисквит изумительный, вкуснейший на вкус, как наш советский бисквит без разрыхлителя. И это уже третий противень выпекся у меня. То же самое я с ним проделываю. То есть они все получаются приблизительно одинаковые. Гладкие, ровные, с очень тонкопористой структурой. Очень хорошие они. Очень вкусные, как наш советский бисквит. Туда не добавлялся, конечно, советский бисквит крахмал. Но здесь незначительная настолько порция этого крахмала, что во вкусе она абсолютно не чувствуется. Также остужаем, вырезаем из формы. И также потом убираем в пищевой пленки обязательно, в холодильник, чтобы нам проще было с ним работать в последующем. То есть эти бисквиты, чем они хороши? Они очень хороши для 3D-тортов. Благодаря тому, что в них нет разрыхлителя, они не высушены ни содой, ни разрыхлителем, у них очень плотная структура, но в то же время очень она нежная, она очень эластичная, благодаря крахмалу и вообще вот методу взбивания здесь. И поэтому 3D-торты, когда нам нужно много как бы передвигать эти коржи, много их, как сказать, где-то вырезать из них что-то. Вот видите, вот здесь вот такая вот боковинка получилась у этого вот, именно у этого бисквита. Это уже третий у меня противень. То есть он весь получается примерно одинаково всегда. То есть на 12 яиц получается вот такой вот противень. И буду я разрезать его сейчас на два ровных коржа. Сейчас буду показывать, как буду разрезать его. То есть также убираем на 8 часов в холодильник. Вот сейчас показываю, как я достала уже первый мой корж, и вам покажу, как я с ним работаю дальше. Удаляем, естественно, пищевую пленку сразу. И сейчас я вам покажу, как сделать из него 4 коржа, то есть 4 слоя. Это будет торт размером А4. Это очень удобно для детских тортов, допустим, с вафельной, с сахарной картинкой, где сюжетный тортик детский. Видите, вот так вот он в разрезе выглядит. Очень плотный. И в то же время очень эластичный, очень нежный на вкус и очень-очень вкусный. Напоминает вот именно из советского детства вот этот вот бисквит, который ни с чем не сравнить, ни с каким бисквитом на разрыхлителе. И он вот именно такой, знаете, не надувной, как вот многие, когда много разрыхлителей в бисквитах. С разрыхлителем тоже будут рецепты, конечно, на канале. Но вот этот бисквит, он, конечно, идеальный. Вы видите, какая структура у него? То есть он такой плотный, в то же время очень-очень нежный. Конечно же, он требует пропитки. Струной я его разрезаю, струну я ставлю на второй день. То есть также я разрезаю все мои коржи. И из него получается уже сразу А4 торт, размером с лист А4. То есть это можно из него делать также закрытую книгу на юбилей. Можно делать также юбилейные какие-то с картинкой торты. И представьте, мы выпекали всего лишь 35 минут. Обрезков здесь очень незначительное количество остается. И идеально пропеченные. Смотрите, какие они эластичные, эти коржи. То есть я вот их беру, я их по-разному вот так вот сгибаю, эти коржики. Они просто как вот волнами складываются, но они не ломаются. То есть благодаря именно вот системе взбивания и ингредиентам, которые содержатся в тесте.
То есть про А4 я вам сказала. Вот теперь я показываю. Очень многие девочки меня спрашивали после овального торта, как можно вырезать из бисквита овальный торт. Вот смотрите, у меня вот такая вот овальная форма, то есть это овальный трафарет, который я давным-давно вырезала из сервировочного коврика пластикового, которого наверняка есть у всех дома. И я всегда и пользуюсь. Форма размером 34 на 19 сантиметров. Бисквитик наш сейчас у нас разрезан на 4 коржа. Вот эти обрезки, которые остаются, я тут же их подкладываю вот так вот и обрезаю их опять по этой форме. То есть форма очень удобная, вы можете ее хранить в шкафу, она вообще невесомая, она не займет у вас никакого места. Конечно, из коржей молочная девочка, медовика, спартак, конечно, конечно, овальный торт будет гораздо более стабильным. Но многие очень меня спрашивали, как это сделать из бисквита, вот я сейчас показываю. Сборки, к сожалению, я не сняла, ни сборку, ни украшения именно вот этого овального торта, но я надеюсь, что понятно, как это делается. Потом покажу, сколько обрезков останется. То есть это из такого промежуточного коржа, который с обеих сторон беленький у нас. Видите, какой ровненький овальчик. Ну, конечно, из молочной девочки получается еще более стабильный и ровный. Вот с одного противня вот столько осталось обрезков. И 4 овальных коржа вот таких вот у нас получилось. То есть торт получается очень красивый также. Просто с ним нужно гораздо более, как сказать, внимательнее быть и больше обратить внимание на его стабильность именно. Теперь берем следующий корж, и я теперь покажу, как вырезать именно из монолитного коржа, как его разрезать именно на слои. Да? Здесь я беру опять струну и начинаю очень аккуратно струной. Струна у меня на втором делении. То есть это под огромные торты, типа книги, букета, или же просто прямоугольные юбилейные торты большие. Я вот так вот, видите, как бы сбоку начинаю, как на треугольнике, да, режу сначала. Потому что если вы начнете просто вот прямо резать, то получится он как бы жеванный такой корж. Поэтому режьте всегда вот так вот с боков. Один бок надрезали, потом второй, а потом их уже как бы подхватываем второй бок и начинаем резать прямо. И тогда получится ровный корж. То есть также у нас, естественно, этот бисквит отстоялся. Он у нас также провел ночь в холодильнике, в пищевой пленке. И очень-очень аккуратно каждое движение свое продумываем, что мы с ним делаем, с этим бисквитом. И только тогда разрезаем. То есть обязательно он должен постоять в холодильнике, этот корж. Потому что иначе он будет крошиться, иначе, потому что ни масла в нем нет, ни молока в нем нет. И поэтому, конечно, надо дать ему все условия, чтобы он отдохнул, этот бисквит. Вот, снимаем мы. И это видите, какая структура у него получается? То есть он очень такой эластичный, в то же время он, как сказать, очень нежный. Пропитку требует он обязательно, этот бисквит, еще раз говорю, потому что он не содержит ни молока, ни масла. Но он очень, как сказать, послушный в работе, этот бисквит, именно для 3D-тортов. Здесь я уже срезаю, так как обрезочки уже очень незначительные, я срезаю ножом пилкой. И получается это очень хорошо. И такой же по высоте у нас получается коржик. Я очень надеюсь, что данное видео было вам полезным, познавательным. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик, чтобы получать оповещания о выходе новых моих видео. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.